Итак, финальный бой нашего турнира в абсолютно весовой категории свыше 93 килограмм. Два раунда по 5 минут. Синий угол. Боец, рост 178 сантиметров, вес 96 килограмм, 19 лет. Призер чемпионата Чеченской Республики по боксу. Призер первенства Чеченской Республики по грэпплингу. Бойцовский клуб Хаджимурад Ильяс Мустабинов. Красный угол. Боец, рост 183 сантиметра, вес 98 килограмм, 33 года. Абсолютный чемпион Чеченской Республики по рукопашным боям. Победитель открытого Кубка Волгограда по кудо. Чемпион ЮФО по кудо. Победитель Кубка России по кудо 2013 года. Мастер спорта по кудо. Хатуя! Затылок, позвоночник не бьем. Колени, ногами в голову, только стойки. Локтями только в корпус. Слэм запрещен. Слушаем команды, соблюдаем правила, уважаем друг друга. Стоп! Стоп! Thank you.
За 3 минуты 23 секунды нокаутом победу одержал боец в красном углу. Друзья!